Так, 24-я серия продолжает. Использую RealVision видеорегистратор, но есть намерение снять на датакам. Какой-то участок пути на датакам. Включение TrendVision, спутники ловят в течение нескольких секунд. Вот сейчас 11 спутников. Антенна выносная у видеорегистратора. Если будете приобретать для дальних поездок, вот немаловажный фактор, учтите, что лучше всего брать навигатор с выносной внешней антенной. Она небольшая, коробочка такая. Ну, все, потом сниму, покажу на камеру. Надписи на скалах. Как Остап Бендер, здесь были Муся и Ося. Да, вандализм, к сожалению. Это написано. Вандализм. Зачем обкородуют с этими надписями? Непонятно. Вандализм есть, да, к сожалению. Это люди с комплексом. Ну, я смотрю на карту, на движение курсора. Пока ничего интересного не вижу. То есть на карте нет ни... Так, средний расход показывает 7 литров. Ни населенных пунктов. И других каких-то точек, куда можно привязаться, на что можно... 1,51 километр. Время запуска двигателя 1:20. Но движение гораздо меньше. Половина, наверное. Может, минут 40-50. Знаю. Это показание приборов. Это характеристика автомобиля Шкода. Я смотрю с правой стороны, где солнце вроде бы начинает проясняться. Шкода Октавия. Дорога чистенькая, камни не летят в лобовое стекло. Ну вот пока двигаюсь по северо-западу России, в Мурманск и обратно, какие-то комментарии я еще... Это показывает 84 км в час, на регистраторе 80-81. Еду в режиме круиз-контроль. Далее уже в средней полосе и на востоке там комментариев будет гораздо меньше, гораздо. Поэтому дополнительный комментарий будет, на мой взгляд, более продуктивен, более интересен.
приходится с сигаретами заменять их. Ну, интенсивность движения невысокая. Может быть, из-за того, что еще утро. Но это приоткрыл окно, чтобы проветрить немножко салон. Поэтому шум вырос. Впереди река Идель, будет мостик, мост через эту водную артерию. Местность открытая, деревьев мало на карте, да и на картинке. Приближаемся к границе Беломорского района. Впереди развязка на трассу 86К-25. Которая ведет на... Вот здесь проходит граница с Беломорским районом. Вот впереди развязка, поворот, правый поворот на дорогу 86К-25. Эта дорога ведет к железнодорожной станции Идель. Ну, там километров, не знаю, 5-6. Может, кто-нибудь когда-нибудь снимет видео дорог в России на профессиональную камеру. Но это будет очень тяжело весить. Дорого будет стоить. Нужно оборудование, аппаратура. Ну вот мост через реку Идель, которая впадает в Белое море. Такой огромный рыбий глаз.
давать общее представление, но плохая детализация. Ну вот метров через 500, наверное, будет правый поворот на дорогу, которая приведет к железнодорожной станции Идели. Ну это для рыбаков, наверное, для путешественников. Ну вот проехали. Впереди река Тунгуда. Смотрю по карте, на карте местность заболоченная, особенно с правой стороны. Ну а так лесной массив. Каких-то более-менее крупных, да и мелких поселков пока не вижу. Тунгуда река тоже впадает в Белое море. Я был в Беломорске давно, правда. Ну, видно, фрезой сняли верхний слой, поэтому шум такой в кабине. Это подготовительный этап. Сняли верхний слой, временную разметку поставили. Вот в скором времени начнут дорожные работы. Повторяю, двигаюсь по трассе Р-21 Кола в сторону Мурманска. Дорогу, я думаю, расширят. Для этого подготовлена уже обочина. Наверное. Ну, я с нетерпением вот в данный момент ожидаю в автомобиле встречи. В ближайшее время начнется на этом участке работа, я так думаю. Встречу с полярным, с границей полярного круга. Стелла. Уже несколько лет новая Стелла, я ее еще не видел. Поэтому очень интересно. Готовят участок к ремонту. Ну вот, впереди мостик. Впереди будет такой. Мост через реку Тунгуда. Тунгуда. Вот, метров 300-500, наверное. Хочет проскочить. Ну вот этот мост через реку Тунгуда, который впадает в Белое море. Ну как я понимаю, тут... Да, вот тут уже по всей вероятности сделали. Интересно, пойдет. Столбики, светоотражатели, они оставят их или они будут демонтированы? Было бы
хорошо себя ставили. Ночью уже удобно ехать. Более комфортно, я бы сказал. За дорогой наблюдают, следят. Я имею в виду дорожная ремонтная колонна. Я имею в виду то, что дорогу ремонтируют. Где-то ямочный ремонт, где-то целыми фрагментами большими. Вот как сейчас, например. То есть за трассой Кола есть надзор, есть контроль. Просто вспоминаю, когда первый раз ехал по этой трассе, в каком она была состоянии. Состояние было просто ужасное. Сейчас об этом ничего не напоминает. Вот такое бы внимание Росавтодор уделял бы всем дорогам. В частности, А-360, Р-504. Так, впереди у нас так, собрали колонну. Большую пропустили. Сейчас посмотрим, сколько автомобилей скопилось, ожидая своей очереди. Впереди река летняя. С правой стороны озера, которое образовала эта река, называется Нижнее Летнее. Это будет чуть подальше. Вот организовано реверсивное движение. Не знаю, там светофоры стоят или регулировщик, поочередно пропуская по... Да, прилично участок они прикрыли, отремонтировали. И обочина тут. Поочередно пропуская встречные потоки. Слишком затратно. Подъемники, наверное, поставят. Так, ну вот теперь смотрим, сколько автомобилей собралось. Ну, еще собралось. Десяток автомобилей. Скажу, что на обратном пути из Мурманска. Движение невысокое, поэтому десяток автомобилей — это много. На обратном пути из Мурманска я попал в такие вот, ну, не пробки, а накопители, что ли. Строительная техника. Работают люди, работают.
довольно приличный участок отремонтировали. Потом нанесут постоянную разметку. И дорога будет соответствовать всем требованиям. Но вот на данном участке необходимы отбойники необходимо. Ну вот, приехали, наверное. Вот идет. Значит, открыто движение по встречной полосе. Подождем на светофоре, сколько это будет. Я не знаю. Но не думаю, что долго. Пройдет встречная колонна и нас. Светофор отпустит. Ну, впереди недалеко, через метров 500, река Летняя, которая образовала с правой стороны озеро Нижнее Летнее. Ну вот, колонна идет встречная. Надо полагать, прошла. Накрапывает мелкий дождик. Ну все, вот и нам путь открыт. Приехали. Видно, как вот организовывают обочину. Насыпают грунт. Вот регулировщик. Ну, здесь нормально организовано вот реверсивное движение, и регулировщики, и светофоры. Ну, а дальше будет на некоторых дорогах очень плохо. Но это все впереди еще. Насыпают обочину, дренажные каналы. Ну, не каналы, а дренаж, наверное, правильно говорить. Вода на дороге, на трассе не скапливается, несмотря на моросящий дождь. Так, что нас ожидает впереди? Ну, далеко. Пока ничего не вижу. Далеко впереди, с левой стороны, Нижнее Пай-озеро. Нижнее и Верхнее Пай-озера. Если успеют сделать ремонт до снега, это будет замечательно.
всегда нравилась трасса Кола. В том плане, что и за дорожным полотном следят, и аккуратно, надежно сделано. Против тех лет, когда тут вообще была не дорога, а мама не горюй. Все даже вот удивляешься как-то, как раньше ездили, блин. Ну, к хорошему, хорошему привыкаешь быстро. Сейчас, пожалуйста, с семьей, с детьми. В спокойном режиме можете отправляться в поездку. Ну, хотя бы километров через 100 делали бы зоны для отдыха, я имею в виду кафе, стоянки, так, чтобы можно было остановиться на ночь. Чтобы не ехать в темноте, чтобы не рисковать, а с семьей остановиться. Ну, для этого нужны, наверное, средства вложения, и отели строить, мотели, и кафе, заправки, стоянки, магазины какие-то. Но нужно развивать инфраструктуру. Ну, трасса Кола в этом плане выгодно выигрывает по сравнению с другими, особенно на Востоке. Ну, вот, хотя бы через 100-150 километров были бы такие микрооазисы. Я вот проезжал Крымский мост в эту поездку. Щебенка для дороги, основание. И там за несколько километров до моста и, по-моему, километров через 20 после моста просто потрясающие стоянки. И отели, мотели, и душевая, и автомойка, и магазины, и кафе, и туалет, душ. Там же можно и воспользоваться услугами прачки. Огромные стоянки. Две перед мостом, одна слева, одна справа. И две стоянки за мостом. Крымский мост имею в виду. Просто порадовался. Вот были бы такие стоянки хотя бы километров через 100 по всей России. Я думаю, огромное количество автомобилистов бы выбрало путешествие, отдых в России. Вот. Но для этого нужно строить. Так, и что это проехали? На карте ничего нет. Но слева и справа это заболоченные места. Край озер. Слева по ходу интересное название озера. Шурен-Шулампи. Шурен-Шулампи. Очень много мелких озер. Ну, они даже без названия. Что справа, что слева.
на разном расстоянии, там от 500 метров до 3-4 километров. Вроде бы на горизонте небо проясняется. Вчера замерил этим прибором, который был в подарке от Собянина, пульс вечером и содержание кислорода в крови. Значит, пульс был около 80 ударов в минуту. Содержание кислорода 96-97. Так, впереди населенный пункт. Это, на мой взгляд, для моего возраста отличный результат. Населенный пункт Пушной. Населенный пункт Пушной поселок. С левой и с правой стороны будет по ходу движения. С левой стороны основная часть. Там же озеро на берегу этого поселка. Алина Лампе и Кешки Лампе. Вот так. Километров через 7-8 будет этот населенный пункт Пушной. Ну, на горизонте вроде бы какие-то просветы. К сожалению, видеорегистратор, да и любая другая камера не может передать реальную картинку. Нет таких пока технических возможностей. То, что вы видите на экране, умножайте полтора раза. Полтора в два раза. Это заправка. Что за заправка? Не знаю. Здесь 800 метров. Да, кстати, я хотел бы обратить ваше внимание, что на трассе Кола заправок «Газпромнефть» нет. Я заправился на Ростеке. Кажется. Ну вот, вот она. Населенный пункт Пушной. Роснефть, я вас так сказал. И заправка, и стоянка.
Санкт-Петербурга заправлялся «Газпромнефть». Стал искать «Газпромнефть» на трассе Кола. Таких заправок нет. Поэтому перешел на «Роснефть». Ну вот населенный пункт Пушной. Пушной. Ну тоже тут вот стоянка, грунтовая, правда. Ну я на всякий случай с собой взял галоши. Один раз помню, ехал через Казахстан, дождь был, грязь. Только проехал Казахстан, Россия, вот стоянка. Стоянка, остановился, пошел поужинать. Арис компания, нефтекомпания. Мотель, ресторан, бар, сауна. Ну, в сауну, если что, можно будет сходить. Впереди развязка на дорогу. Вот, вышел в туфлях, галоши не было. А, нет, галоши были у меня. Уже тогда были галоши. Давно это было. Вот. Ну, чтобы грязь не тащить в салон, галоши оставил возле автомобиля. Вот. А утром, проснувшись, сел и уехал, забыв галоши. Помнил о них, проехав километров 100. Не буду же возвращаться. Ну вот правый поворот на дорогу 86К-32. Так что не забывайте галоши, если возьмете дорога, дорога ведет дорогу. На... Ну, все стоянки заасфальтированные. Беломорск, Буря в Беломорске. На станцию Сосновец. Сосновец. Нет. Была проблема, когда шла стройка. Не помню, я потом поковыряюсь в архивах, может быть, найду. Может быть, архив со временем размещу в интернете. Потому что многие, да не многие, а все видео, которые я размещаю в Ютубе, они с ускорением там в 2-4 раза. И теряется, как сказать, много потеряно. Качество неважно при ускорении. Музыка играет там, хрен знает что. Вот. Но это был первый мой опыт. Не очень удачный. Но это единственное видео было в интернете, где можно было посмотреть, например, дорогу Владивосток-Москва с ускорением в 4 раза, правда, без привязки к местности. То есть тогда не было таких видеорегистраторов с навигацией. С левой стороны Шуезера. Шуй-езеро с левой стороны по ходу движения больших размеров. За деревьями не сейчас видно. Решил все-таки уже, если размещать видео, то без ускорения проигрыватель плеер Ютуба позволяет увеличивать скорость просмотра. Если даже скорость Ютуба, по-моему, в 2 раза она позволяет увеличивать скорость просмотра. Если этого мало, то просто-напросто протыкать небольшие интервалы видео, у кого нет возможности и желания полностью смотреть.
правой стороны по ходу огромные территории заболоченной местности. Ну вот, практически проехали Шуозеро. Шуезеро. С левой стороны. Да, на горизонте небо уже вроде бы начинает светлеть. С собой взял галоши, потому что не все стоянки для ночевки асфальтированные. Бывает так, что грязь там по колено. Другую обувь. Ну, радар детектор отключил, по-моему, стало. Здесь полотно дороги не очень. Ну, ждет своей очереди, когда будет ремонт. Я думаю, вот эта мостоколонна, которая стоит ремонтировать сейчас дороги, она движется в сторону Мурманска. Пёрт озеро. Да, без радар-детектора гораздо комфортнее смотреть. С правой стороны по ходу движения озеро Нотоломбина. Остелла. Полярный круг. Километров 200, наверное. Я там не был с тех пор, как там вот, где я там был, когда была еще старая вот эта колонна, синяя пика, и сверху вниз надпись «Полярный круг». Сейчас, говорят, стелу заменили. Интересно будет посмотреть. Я смотрел в интернете, это реально глаза своими глазами еще не видел. Так, нужно будет теперь искать еще, присматривать стоянку, где можно будет одежду постирать. Взял с собой несколько комплектов. Третий день сегодня. Движение завтра, по всей вероятности, должно наступить второе дыхание. Это совсем другое состояние. Другое настроение, другая энергетика. Дыхание наступает через 2-3 дня. Ну, сейчас, наверное, такой переходной, что ли, период ко второму дыханию.
Ну, это я самонадеянно слишком сказал. Где-то через неделю, наверное, вот наступило это ощущение, состояние. Через неделю. Ну, наверное, связано с тем, что стоянки были не очень, ну, как бы комфортные, что ли. Что в Мурманске, что на обратном пути. Ленточку так и не купил. Блин, хотел еще в Москве лент понакупать. А в монеты брошу несколько монеток. Ну, я всегда раньше брал ленточки, привязывал на таких вот ритуальных деревьях, местах. На этот раз только монетками отмечал свое место пребывания. А, как я понял, уже не раз подготовиться на все 100% невозможно. Что-нибудь, но упустишь. О планах поездки не говорил, потому что в народе говорят: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так, прикидываю на себя. Да, ну расход сигарет, конечно, движение раза в два выше, чем обычно. Да, две пачки в день. Но это по той причине, что не взял конфеты. Да и конфеты не... Самые хорошие конфеты — это то, что в самолете выдают перед взлетом. Ну, конфеты они-то и не выручили практически. И потом купил пару пакетов. Ну, на дня два не хватило, как-то развлекался леденцами. Потом надоело. Ну вот, насколько хватает на карте взгляд, ничего примечательного пока не вижу. Лесные массивы, болото. Ну, впереди река Шуя. Продукты взял с собой. Уже об этом, наверное, неоднократно говорил. Таким придорожным кафе. Не хочу заниматься антирекламой, ругать и хаять вот эти кафе, там столов и так далее. Но несколько раз я попадал в ситуацию, когда были проблемы после этого с пищеварением. С собой взял продукты, тушенку, там эти дошираки и прочее. Кофе тоже, растворимый кофе смешал с сахаром. Раньше добавлял сухое молоко, но на этот раз молока не оказалось, поэтому только сахар и кофе. Но этого хватило. Мне дней на 10, через 10 дней осточертел это. Гринфилд на травах.
другие еще. Да, через 2 недели я уже стал желудочно-кишечного тракта, рекомендуемые на эти травы, потом что еще, ну всяких лекарств там типа, ну ножка, потом от изжоги, гели, потом от отравления, тоже какая-то, в тюбике какая-то, какой-то гель, какая-то гадость. То, что с собой взял, она очень быстро надоела, говорю, 2 недели, и просто в конце дня перед привалом возникала необходимость, ну, желание пойти принять пищу в буфете, в кафе где-нибудь. Она, вот этот паёк, который там, тушёнка, пюре... Так, расход упал до 6,4 литра на 100 километров. Пройден путь 109 километров, средняя скорость 50 километров в час показывает. Хотя у меня стоит круиз-контроль на 85. Спидометр показывает 83-84, на видеорегистраторе 81. Ну и то же самое на навигаторе. Говорит, в движении я уже 2 часа 11 минут. Но это не так. Запустил двигатель 2 часа тому назад. Ну, часа полтора, наверное, в движении. В принципе, и этот паёк, который я с собой взял, можно было бы и дальше им пользоваться, но это состояние усталости какой-то, тяжести требовало разнообразия. И поэтому пользовался. Раньше Стелла Полярный круг стояла с левой стороны при движении в Мурманск. Когда настраивал навигатор, посмотрел, она вроде бы с правой стороны по ходу движения. Интересно, старая на месте или ее убрали? Сейчас двигаемся в предполярье. Заметно, наверное, как уменьшилась высота деревьев вдоль трассы. Уменьшается, какие были под Петербургом, например, высоченные сосны, березы. Ну, сейчас они в росте уже уступают понемногу. Ну, я опять про сухой паёк, так, который... Так, впереди небо проясняется. По всей вероятности, дождь там уже закончился. Так вот, на стоянках, если я пользовался буфетом, то есть этот брал или салаты. Островки голубого неба. Или салаты какие-нибудь, или что-нибудь молочное. Рисовую кашу там, и так далее. Ну, кашу я. Ну вот проезжаем, да. По мосту через реку Шуя.
еще километров 7-8. И эта серия закончится. Дорогу ремонтируют периодически. Вот видно, заливали швы битумом. Такие вот кривые следы. Это хорошо, потому что занимаясь вот этим шовным ремонтом, заливают они эти трещины. Вот. Если это не делать, то вода проникает в эти щели, мороз, и дорога приходит в плохое состояние. То есть в Карелии за дорогой следят. Дорожные службы работают добросовестно. Как вы видели, уже проехали, правда, идут ремонтные работы, покрывают новым полотном. Ну а трещина возникает, это термическое расширение полотна летом и зимой. Большой перепад температур, полотно трескается. Если своевременно не заделать эти вот трещины швы, то дорога очень быстро придет в негодность. Интенсивность движения слабенькая. Хорошие гармошки эти лежат, спиральные доски, так называемые. Это для того, чтобы, если водителя тянет в сон, они быстро приводят в чувство. Заботятся дорожники о водителях, однозначно. Чувствуется это по результатам работы. Браво, Карелия! Браво, Горстрой! Росавтодор. Ну, оценку я бы ему... Браво, Автодор! Такую твердую бы не ставил, уже зная о том, что творится. Все, кто имеет отношение к такому состоянию дороги, моя личная благодарность. Пока да. Так, ну вот и все, закончилась 24-я серия. До следующей серии.